Украина, во-первых, с точки зрения экономики, очень-очень серьезно заинтересована в Китае, поскольку Китай, хоть и расстояние от Китая до Украины составляет 5741 километр, и, по сути, шелковый путь, он идет, начинается от границы Китая через Казахстан, дальше Каспийское море, потом в Азербайджан, Грузию, Черное море и в Одесскую область, все равно китайцы приняли решение вкладывать в инфраструктуру Одесской области. И вот было недавно буквально подписано соглашение об углублении порта Южный и некоторых других работах. То есть, в принципе, они заинтересованы. Более того, немалые деньги Китай вкладывает и в развитие других альтернативных источников энергии, в частности, солнечной энергии в Украине. И немалые деньги Китай готов вкладывать в сельское хозяйство. Я напомню, что основные цифры, основные продукты, которые Украина экспортирует в Китай в рамках внешнеэкономической деятельности, это подсолнечное масло и некоторые другие виды. То есть у нас есть другой потенциал, другие продукты, которые мы можем поставлять, но, к сожалению, пока мы это не развиваем. То есть можно это делать. И сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений. Самое интересное, что Китай готов, в принципе, покупать у Украины массу продукции. У Китая серьезный недостаток с продукцией, так как население колоссальное. Поэтому они закупают, в принципе, по всему миру различную продукцию. Поэтому экономика – это номер один.